Всем привет! Если вы решили купить какую-то технику больше, tax-free, то будьте готовы к тому, что вы не сможете купить более двух товаров на tax-free, а в некоторых магазинах и более одного. Больше есть много разных магазинов техники, а самые основные из них это RTV Euro AGD и Media Expert. Сейчас мы более подробно расскажем о том, как мы покупали телефон. Мы хотели купить 3 телефона, потому как очень классные акции сейчас действуют при покупке 2, 3, 4 и 5 товаров. Но tax-free можно максимум сделать только на 2 товара. Мы решили взять 2 телефона. Заказали через интернет у Media Expert. Через пару дней нам пришла смс с тем, что заказ уже есть в магазине, можно идти забирать. Когда мы пришли забирать, нам сказали, что можно оформить на такси только один телефон раз на полгода на одного человека. Мы были в шоке. Конечно же отказались. И купили в RTV Euro AGD. Купили 2 телефона по такс-фри. Кстати, у них такс-фри вы можете покупать хоть каждый месяц по 2 телефона. Но это пока что. Посмотрим, как будет дальше. Покупали мы Redmi Note 7. 4.64, про них и про аксессуары к ним мы расскажем в следующем видео. Надеюсь, эта информация поможет вам, была полезная. Так что ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии.